Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. Сегодня 9 апреля. На улице целый день пасмурно. Моросит мелкий дождь. Его не видно, но чувствуется лицом. Он как пыль, как такая, как аэрозоль висит в воздухе. Облака очень низко спустились. Особенно это видно на фоне гор. Так что погода у нас не очень. Температура воздуха 9 градусов. На море легкое волнение. Кто-то вот даже ходит под парусом сейчас. Народу гуляет мало. А кого-то сегодня свадьба. Не повезло людям с погодой. Зато повезет в любви. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!